Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Начнем играть? Всем привет! Мы продолжаем играть в Angry Birds, в наших веселых птичек, которые помогают своим друзьям. Да? Да. А мы увидели такого. А мы увидели там аборигенов. Они какие-то как свинки. Давайте продолжаем играть. Нам нужно быстрее спасти наших друзей. Волшебника нам нужно одолеть. И одолеть нам нужно принца Сала. Давайте кого возьмем. Мы возьмем Чака, Чама и Чама. Бомбу будем брать? И я тут один. Все, хорошо, берем этих троих. Это орел. Орел, наш друг орел. И против нас большой опять Свинтус Боров, которого огромный удар. Давайте победим его и продолжим наше путешествие. И как всегда мы очень дружно нападаем на нашего недруга. Друга? Все-таки он друг нам? Хорошо. И наши ловкачи пытаются его... Они усыпили его, у него появились даже звездочки. Видела, какие звездочки? Да. А теперь смотри, смотри, против нас опять этот шаман с огромной своей палкой сыром, драчун который. Давайте быстрее с ним справимся, чтоб идти, да, на следующий остров. Да, у него большая палка, Миша, видишь, какая у него большая палка? С сыром. Наверное, сыр очень вкусный, раз она вот так защищает. Да. И наши ловкачи... Он всех оглушает сыром. Он еще и всех оглушает, но наша Матильда не промах. Она сама оглушила этого большого. Если он... То Матильда не он уменьшит. Да. Давай уменьшим. Давайте попробуем его уменьшить. А против нас еще природная свинья. Это маг. Он умеет колдовать. Уменьшим. Давайте попробуем уменьшить. Матильда, попробуй уменьшить нам вот эту вот свинку. Да. Бух делает свинка? Нет? Или да? По-моему, все-таки бух делает эта свинка. Не бух. А что? А хрюх. Хрюх? Ну да, может быть. Свинка, ты делаешь бух или хрюх? Это я не понял. И Матильда прям как хорошо его глушит-то у нас. Как мы хорошо с ним справляемся. Заснул так. Нет, он проснулся как раз, но наш бомба смело побеждает эту свинку зелененькую. А где наш барабанчик? Кто? Барабанчик. Барабанчик? Да. А у нас есть барабанчик? Барабанчик. Где? Какой барабанчик? Барабанчик. А, барабанщик. Не знаю. Где ты, вот, барабанчик? Вот птичка! Это которую я сломала. Птичка! А, ну тогда понятно. Птичка! Птичка-орел, да. Птичка-орел это наш друг, он нам помогает. Давайте пойдемте к вратам дружбы. Надо обязательно их открыть. Мы же любим дружбу. Так, теперь кого мы берем в этот раз? Вот это. Чика-чама вот и Чама. Вот это. Ага, хорошо. Отличная команда у нас получилась. Ред, Чак и Чик-Чама-Чам. Прям 6 даже персонажей на тобой. Против нас. Ну давай. Единица, что всех угощает, улетит. А, это же капрал с мутузкой. Давайте дадим нашему Чаку с конфетой мутузкой. Он всех угощает. Он всех угощает. Я думаю, Чак легко справится с такой командой, своим одним ударом. И Ред ему помогает в этом. Все, да, мы быстро прошли, потому что Чак у нас великий волшебник. Такой. Да? У него леденец! У него даже леденец есть. Смотри, нам выпали опять рогатки. Рогатка. Да. Две рогатки нам выпали. Третий уровень. Это? Что там, Миша? Это птичка. Это птичка. Давайте купим что-нибудь интересное для наших птичек. Смотри всех на него. Давайте откроем эти ворота дружбы.
Открывайтесь, ворота. И идем к нашему сундуку. Интересно, что там у нас в сундуке. Давайте, кого возьмем? Кого мы сможем взять? Что это? Мы можем взять только двоих наших друзей. Что это с ним? Это значит, что там очень опасно. Давайте возьмем... Да, бомбу. Бомбу и чика-чама-чама. И надо попросить нашего друга, наемника... Матильду! Матильду, думаешь, дядь? Ну, давай возьмем Матильду. Она тоже очень великая выйдет. Я думаю, она справится. Она всех уменьшает маленьких. К тому же она умеет. Смотрите, кто против нас. Он всех угощает. Бандит Монти с ласковым ударом. Какой красивый у него леденец. Давайте дадим. Он всех тоже угощает. Он тоже всех угощает? Давай этому даем. Давайте. Давайте дадим. Даем. Кому? Бомбе? Нет, а бомбу мы уже сходили. Давайте чику-чаму-чаму дадим. Да? Да? А бомбу хотела такой большой бух. Бух хотел? Ну, в следующий раз. Делает бомба буха. Это кто против нас такой большой? Птицелов, и он один? Как-то я сомневаюсь, что он один. Он прям такой... Прям смело на нас слышит. Целых два птицелова. Становится больше и больше, скажем. Ты видела, как одна свинка упала? Видел, как одна свинка упала, конечно. Видел, как и... он заснул. Да, они заснули. Они, наверное, устали. Птицеловые, они такие у нас. Очки, очки, очки. Очки у него есть вместе со шлемом. И даже мешок есть, наверное, чтобы ловить птиц. Да, и кушать. Кушать? Я не знаю, я ни разу не кушал таких птичек. Наверное, они невкусные. А вот эта крышка у них есть. А крышка их ест? Да нет, я думаю, она не сами птичек ест. Думаю, они охотятся за нашими яйцами. Как ты думаешь? Нет? Все-таки за птичками? Но я думаю, наши птички справятся с ними. И не такие уж великие воины, как... Давай, сейчас попробуем Матильду уменьшить его. Матильду уменьшить? Нет, он не хочет, он слишком большой, чтобы уменьшиться. Этот большой боров бабах. Бабах. Здесь нарисован маленький. Маленький, он нацелился на маленького. Нужно быстрее его победить, пока он не навредил нашим маленьким. А что это у них на руках? А это у них рогатка и даже щит, где выгравированы все птички. Треугольный, да? А вот дядя. А давайте теперь дадим бомбе на шпире, чтобы он сделал большой бабах. Бабах. Мы почти справились с ними. Один остался, но большой шаман с палкой сыра. Да? Он всех угощает сыром. И курю. Да, такую любит. Такую. Итак, хотя Миша ушел от нас, я думаю, мы сможем все равно победить этих... Этих наших противников, хряков. Их не так много, как кажется, но они сильные, они бьют нашу подругу Матильду и даже Чика-Чама-Чама. А они переоделись дядю. Да, они переоделись дядю, они, наверное, хотят скрыть что-то. Какая большая у них рогатка, да? О, а здесь птички на руках. А там птички на руках? Да. Давай попробуем применить бомбу. Бабах. Это закрылось, это тоже. Да. И что там наш шаман против нас задумал опять? А где кок? Да, шаман, где кок? Ты не кок? Нет, это шаман. Да. Надо обязательно узнать, где кок, он, наверное, что-то вкусное готовит, да? Наверное, другим птичкам. Наверное, другим птичкам что-то готовит. Вот еще вот так. Вот делать вот. И папа. Так прямо и делает. Это, наверное, не кок делает, а так лошадки делает. Это так кок. Это так кок делает? Он видел, как лошадка. Как лошадка? Видела.
Вот едем как лошадка. Эго-го! И вот Виталя уже так. Эго-го! И все. Давайте, пойдем. Мы почти дошли до этого могучего воина, который стоит против нас. Давай, кого возьмем мы с собой? Бомбу возьмем? Хорошо. Не возьмем бомбу. А, бомбу не возьмем? И Матингу не возьмем. Возьмем Чака? Да. И вот этого. И Реда возьмем? Да. Чика, Чама и Чама? Наших стрелков? Хорошо. Давай их и возьмем. Чтобы победить в этой нелегкой битве. А теперь они другие. Да, они какие-то другие. Интересно, есть ли мы такие? Они бросают этим роботом. Да. У них теперь есть робот. Давай дадим Чаку перчики, посмотрим, как он сможет наколдовать волшебные молнии. Здесь у них пистолет-робот. Да, робот. Пылесос какой-то. Робот-пылесос. Робот-пистолет. Робот-пистолет все-таки? Да. Хорошо. И мы победили этих свинок. Не такие они грозные были. Но сейчас мы перейдем к их главарю, я думаю. Он что-то показывает. А знаешь, когда я была маленькой? Я вижу тебе вот туда на плечи. Да, я помню, как ты была маленькая. И совсем не хотелось езжать. А ты видела, как наши птички залазят друг другу на плечи? Они же втроем стоят, прям друг другу на плечах. Аж три птички. Да. Смотри, мы почти пришли. И мы почти пришли к этому большому злому. Алина, на тебе... Давай, кого возьмем мы с собой? Мы возьмем у тебя это. Так же, как вот и было, возьмем? Или и бомбу возьмем? Матиду и бомбу. Матиду и бомбу. И даже эту. Хорошо, возьмем вот эти три. Давай посмотрим, как мы справимся с этой задачей. Если перекутится. Тут против нас этот большой шаман. Давайте этому. В огромной маске. Это доктор Вуду. У него есть фокусировка исцеляющим лет. Давай. Давайте даем. Кому? Бомбе. Бомбе? Давай бомбе даем. Интересно, большой шаман позовет потому, я думаю, у него есть много-много-много друзей. Он же шаман. Шаман? Шаман? Да. Он всех лечит? Шаман? Даже и он нацелился на птичек на наших? Он задумался на птичек. Да, интересно, почему он на птичек задумался? А Матильда его усыпила. Смотри, у него звездочки даже появились. Вот так. Да. Матильда наша молодец, она смогла победить его. Они услышали, как я храпил. Да, они, наверное, услышали, как ты храпишь. Поэтому и выиграли. Нам обязательно нужно выиграть его сундук. Интересно, вот. Что там будет в сундуке? Иго-го! Как ты думаешь? А кукода? Иго-го! Давайте наш сундук. Не дают нам сундук, но мы все равно его выиграем. Ура! Выиграли! И что там в сундуке? Ага. Загадка. И колбочки, чтобы водичку наполнить. Колбочки. То есть делать очень реакцию. Да, реакцию делать. Да, мы дадим это девочкам. Которые... И мы победили великого воина. Я видела другой компьютер. Как одна птичка делала реакцию. А не розовая птичка, висала. Я видела. Мешала розовая птичка? Да. Одной, которая делала реакцию. Перец бомби. Давайте перец бомби дадим. Очень интересно, что нас ждет впереди. Матильда почти помогла нам победить. Поэтому ее и атакует. Этот большой лидер босс с перчаткой рукой. Перчатка рука, где же ты? Вот она. Вот видишь? Перчатка. А как он сделал свой эту? Как он ее сделал? Да. Я думаю, он взял большую палочку и надел на нее перчатку. Это получается указательная перчатка, это, наверное, большой босс. Да. Чтоб всех пускать и не
не пускать. Что, всех пускать и не пускать? Да. Интересно. Смотри, а мы почти подошли к воротам синим. Интересно, что нас ждет впереди? Наверное, ждет нас наши яйца. Да? Я тоже так думаю. А вдруг правда там за воротами наши яйца? Мы наконец-то всех спасем и пойдем домой? А в яйцах очень есть птенцы маленькие. Да, мы их и спасаем, наших птенцов маленьких. Как ты думаешь, нас ждут наши птенцы? Да. Они яичко. Вот там клюшка, их сваляют в яйцах. Да. А там птички говорят, мама, мама. Прям так и говорят, мама, мама. Да. Хорошо. И давайте мы почти победили. Этих свинок. Мы почти подошли к воротам. А это мама, а это папа. Да. Я так же думаю. Этому нельзя. И они будут нашего друга. А что это? Что это? Что это? Где? Вот. То, что у наших друзей появились зелененькие плюсики? Нет, вот что. А, это то, что нам не разрешает использовать волшебный перец на наших ловкачах. Это потому, что они уже его использовали, да? Да. И мне тоже нельзя. И это же только бомбе можно, только он еще не использовал. Сейчас мы использовали на бомбе. Может, ему потом нельзя будет. Надо обязательно посмотреть. Плюсики ДБР. Да, не лечатся. Матильда лечит наших друзей. И бомба. И бомбу лечит Матильда. Матильда вообще очень хорошая. Нам плюсики, мой дядя. И нам осталось победить последних. Три опять. Троих свинок. Почти всех победили. Осталось победить только троих. Если они уснут, то мы не уменьшим. Да, обязательно лучше. Чтобы они стали маленькие, крошечные, как крошки. Как крошки? Да. Но никто их не заметил. Чтобы никто их не заметил, они могли укатиться домой. Да. Как маленькие, не маленькие, как крошки, которые съел. Вот такие. Маленькие свинки у нас будут, да? Крошечки. Да, как крошки, которые я съела. Смотри, мы почти победили, осталась одна свинка. А что это уменьшается? У него уменьшается что? Да. А это красная полосочка, когда у него полностью подойдет красная полосочка к концу, он укатится. Вот смотри, видишь, укатился. Даже шапка слетела. Не укатился. А что, он отпрыгнул? Ага. Отпрыгнул назад. Тыква. Тыква? Точно, у него уже шапка тыква. Тыква. И даже посох у него желтый. Не тыква, шапка, а вот что. На палочке тыква. А, на палочке тыква, точно. И мы подошли вплотную к воротам. Что же нам делать? Как же нам их открыть? Прилетел злой волшебник, он не хочет открывать нам ворота, но привидение еще пытается на нас напасть. Давай обязательно в следующий раз мы попробуем спасти дальше наших друзей и пройти это привидение. Вы да? Пошли к нам домой. Да, а теперь всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Геймзон, всем пока! Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайки! И подписывайтесь на наш канал! И подписывайтесь на наш канал! Подписаться вы можете здесь! Оставляйте свои комментарии! Всем пока-пока!